Сделать пустыню заселенной. Именно к такой цели стремятся создатели идеи вертикального города. Построить его планируют в Сахаре. По словам авторов, за такими небоскребами будущее. Подробности у нашего международного обозревателя Асета Толобаева. Автор революционного проекта, французская архитектурная компания «Оксо». Даже внешне здание отличается от большинства небоскребов в мире. Это башня неправильной формы. А концепция здания предусматривает использование возобновляемых ресурсов, включая сбор дождевой воды, солнечной и геотермальной энергии. Проект потрясает воображение. И не только масштабами. Суть в том, что благодаря вертикальному городу мы создаем пригодную для жизни экосистему, которая невозможна в Сахаре. Внутри здания будет еще одна башня. В ней разместится гигантский вертикальный сад, который будет защищен стенами от суровых условий пустыни. Там же будут располагаться и фермы, которые смогут обеспечить снабжение продовольствием. Это самодостаточный город в одном строении. Высота башни по проекту 450 метров, а ее площадь составит целых 78 гектаров. Поддерживаться жизнь в небоскребе будет при помощи экологичных технологий. К примеру, ежегодно планируется собирать 45 тысяч кубических метров дождевой воды. С ее помощью будет питаться генератор, вырабатывающий электричество для системы отопления. Но для жилья при этом будет использоваться только третья часть площади небоскреба. Это должен быть самый настоящий город, а в городах обычно есть все, то есть не только квартиры или гостиницы, но также и офисы. Ведь людям нужно работать. В самом сердце Сахары появятся библиотеки, спортзалы, бассейны и даже музей и обсерватория. Все уместится в этом здании. Этот футуристический проект рассматривается как способ заселить пустынную зону, по мнению создателей идеи. За подобными вертикальными городами будущее. Правда, и строительство их займет не одну декаду. По приблизительным подсчетам, на это потребуется около 50 лет. А начало строительства уникального небоскреба намечено на 2025 год. Асет Толыбаев, Жылдоз Атагельдиева, 24 KZ.